Приехал, вошел в дом. Больше не уходил. Наши люди со всех сторон не уйдет. Арбенин! Как живой, а? Слушай, ты чё, где? Я слышал, с театром завязал? Ну и дурак. Сазонов тюзи, он Лопахина репетирует. И то был Сазонов, а кто ты? Ну, так получилось. Ну ты сейчас где? Чем занимаешься-то? Можно сказать, ничем. Ну ладно, не хочешь, не говори. Слушай, говори быстрее, с чем пришел. Да я ни с чем. Просто зашел тут, рядом был. Все, Юр, прости, у нас час остался. Да нет, вы продолжайте. Можно я посмотрю? Да, конечно, сиди. Так, слушай. Николай Арбенин, это твой брат? Однофамилец. Понятно. Все, поехали. Готово с самого начала. Все, ребят, давайте берем инструменты, берем реквизиты. Сейчас с самого начала, потихонечку. Мы не рыбы, рыбы не мы. Мы не рыбы. Рыбы не мы, мы не рыбы. Рыбы не мы, утонуть бы в этой речке, в этих водорослях кронах, где диковинные рыбы. Стоп. Говорят вам кар-кар-кар. Буду бы стать, к примеру, скатом электрическим настолько, чтобы плавать и собою освещать Тверской бульвар. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Твер, буль-буль-буль-буль-буль-буль. Небо пасмурно, небо ясно. Твер, буль-буль-буль-буль-буль-буль. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Говорят вам кар-кар-кар. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. О чем? Где ты был?
гулял. Почему не позвонил? Я волновалась. Двушки не было, извини. Спи. Интересов доверия и узнать, где ты прячешь сына Ставицкого. Личная просьба генерала. Ну, что мне ему сказать? Что сам не знаешь, о чем речь? Скажи, что я отвез Дениса с мамой на вокзал. Они уехали на электричке в южном направлении. Что, не поверит? Да не, нормально. Может, ты меня расколол и слил мне деза. Извини, Коль. Я хотел бы еще чем-то помочь, но без работы остаться в наши дни. Сам понимаешь. Дочь этого замминистра, Варвара, уже 5 операций было. И каждый раз, через месяц-полтора, снова закупорка сосудов, и ничего не могут сделать. Собрали целый симпозиум. В общем, решили ампутировать ногу, операция завтра в 10 утра. Вот зачем он хотел меня видеть. Конечно. А тут эта шумиха, что пацан умер. Жалко, что мы не знаем диагноз. Все что угодно может начаться. Мы можем вылезти из этой задницы, но для этого надо спасти ей ногу. Потаев сказал, что ее отец – друг министра внутренних дел. Коля, а что может начаться? Девушка может умереть? Нет, я так не думаю. Коль, не надо. Если есть хоть какой-то риск, а что нам остается делать? Лесвой. Варенька, пора вставать. Надо готовиться к операции. А вы что здесь делаете? Не нужна операция. Зовите врачей. Ну и врач сказал, ну это чудо, такого не должно быть. Они там просто все в шоке. Какой же я дурак, а? Спасибо вам огромное.
Вы знаете, это я виновата. Семен хотел сразу вас позвать, а я... Ну, вы же сами сказали по телевизору, что не смогли когда-то девочке ногу спасти. А потом еще история с этим мальчиком. Я испугалась. Семен Семенович. Да? Мне нужна ваша помощь. Конечно. Пойдем погуляем. До свидания. До свидания. Я знаю, что вы дружите с министром внутренних дел. Вы хотите, чтобы эту историю с мальчиком спустили на тормозах? Наоборот. Хочу, чтобы эту историю изучили и нашли в ней нестыковки. Думаешь, я для тебя стараюсь? Ты для меня карьерный рост. Министр обещал, если будешь доволен, стану генералом. Станешь, станешь. Если этой Хрулевой в зале не было, так вообще не проблема. Допросим свидетелей, даже узнаем, кто заплатил за вранье. С прокуратурой мы пока дружим, будут стараться. Проблема в том, что заявление никто не писал. Им не нужно расследование, они хотят так просто шумиху поднять. Ничего, что-нибудь придумаем. У нас же врачи-троечники. В трех больницах уже толком сказать ничего не могут. Может быть то, может быть это. Нужно еще одни анализы дать, потом еще одни. Кстати. Я уже этих анализов сдавался. Не надо говорить. Что? Молчить. Вот здесь в Баку тоже бывает, как грязнет, а снимок сделали ничего. Стойте молча. Что там? Пока ничего. Понедельник зайдете, еще раз попробую. Понятно. В больнице хоть бесплатно. Коль, тут такое дело? Миш, садись, ты меня. Зачем? Загадай. Число от 1 до 10. Загадал? Нет, еще. Загадал. Три. Восемь. Миш, не знаю, что происходит. Чего не знаешь? Цифры? Ерунда. Сам говорил, что не всегда получается. Слушай, тут такое дело. Только что из санэпидемстанции звонили. В понедельник привели проверять. Они всех так душат, Коля. Слышь, что я говорю? Полно таких случаев. Вон парнишка из Пензы приехал. Пленку руками засвечивал. У лягушки на 2 минуты сердце останавливало. Потом как рукой сняло, ничего сделать не мог. И всегда? Ну нет, конечно. Месяц профилактории, и все, назад вернулось. Отдыхать нужно, потому что не все же время работать-то. А бывало такое, чтобы кого-нибудь вообще не вернулось? Было. Конечно, было. Но это же предсказать нельзя. Никто же не знает, что это за дар такой. Откуда он вообще берется? И куда девается? Ну что ж вы, Аркадий Андреевич, людей обманываете. Заявили на всю страну, что ваша подзащитная гражданка Хрулева подает заявление в прокуратуру, а заявления не было. Да все как-то времени нет. То одно, то другое. Подавайте, Аркадий Андреевич. Подавайте. Я изучил все материалы еще раз. Нет никаких шансов доказать вину Николая Арбенина. Это не ваша забота. У нас в стране все люди равны, и никому не позволено безнаказанно убивать наших детей, даже так называемым чудотворцам. Вы согласны? Конечно, товарищ полковник. Скажу вам по секрету, министр лично взял это дело на контроль. Так что пишите заявление. Остальное не ваша забота. Спит? Тихо. Это у нас нет. Да. Замерзла? Да, ужасно. Ну, грей. Грей, грей. Когда это все закончится? Скоро.
мой сын? Не смог найти сына? А я его нашел. Давай так, ты говоришь, где Денис, а я даю тебе очень важную информацию. Под деньгами нельзя, а то у меня так много этой важной информации, что мне ее девать некуда. Даже помогу избежать тюрьмы. Если твоя шестерка отнесла заявление в прокуратуру, ты еще ничего не решаешь. Послушай, это твой последний шанс. Не скажешь, где Денис, будешь сидеть. Я сейчас не шучу. А я вообще шутить не умею. И никто меня не поставит. А тому, кто докажет мою вину, дадут Нобелевскую премию в области юриспруденции. Смотри. Я тебя предупредил. На Рижском взморье воздух свеж. Там бродит ветер моих надежд. Ну, все билеты. Все билеты просто. Все билеты, понимаешь? Все. А это, между прочим, не какой-нибудь там театр, не клуб. Это целый дворец спорта. А знаешь, что это значит? Это значит, что мы теперь можем собирать стадион. Знаешь, стадионы. Ты просто посчитай, сколько это денег. Это же просто... Ну, не постижи. Привет. Лёнь, нам надо поговорить. А, да. Но все равно надо посчитать. Случилось что? Мне Гена сказал, ты сына найти не можешь. Переживаешь. У тебя впереди серьезная гастроль. Ничего не должно отвлекать. А почему меня не попросишь? Могу поговорить с моим бывшим партнером. Знаю я ваши разговоры. Да не важно, какие разговоры. Важно получить информацию. Завтра она у тебя будет. Ну и как ты собираешься получать эту информацию? Зачем тебе это лезть? Занимайся своим делом. А я займусь своим. Юрка заявление подал по собственному желанию. А где он сейчас? Кто б знал. А Настя что говорит? Она вообще ничего не знала. Во сколько он обычно приходит? Когда как? Я сегодня пойду к вам домой, подожду его. Не надо. Не спорь со мной. Он не придет. У вас что-то случилось? Юрка ушел от меня. Собрал вещи и ушел в общагу. Никакой свадьбы не будет. Пока молчит. Скажет, все говорят. Надеюсь, до этого не дойдет. Давай так. Скажем, ты пацан, и поедешь домой.
Не знал. Хорошо подумал. Подумай, оно того стоит. Видел бы ты себя. Седым не все так просто. То, что это его люди построили аварию с твоим парнем, не докажем. Идут не со знамкой и все. Тут надо думать. Я уже подумал. Его можно взять за похищение человека. Ну, какого человека? Меня. Нужна информация, а я ее не дам. Что делать в таких случаях? Да все, что угодно. Информацию выбить не проблема. Вот. Тут не надо сразу этих бандитов брать. Подождем, когда Седой подъедет. А если не подъедет? Я думаю, он захочет со мной лично побеседовать. Они ведь тебе не сказки будут рассказывать. Терплю. Родной мой, и ты здесь! Слышал, ты теперь коммерсант? Седой, тебя обманули. Утюг на животе и спица в ухе. Это не коммерц. Пошел! Вперед! Морской бой, крестики, нолики или балда? Выбирай. Ну, по мне, еще три задания сегодня. Да успеешь, партийку одну сгоняем. Гена! Генеральная прокуратура. Чего? И Министерство внутренних дел объединили свои усилия в расследовании этого громкого дела. Видимо, кто-то просто решил использовать смерть мальчика в своих коммерческих интересах. Поэтому мы взяли это дело под особый контроль. И смею вас заверить, что никто в этом деле безнаказанным играть будем? Не останется. Все. Доигрались. Батаев заявил следователю, что он всего лишь исполнитель, а заказчик похищения – конкурент Николая Арбенина, еще один чудотворец всей Руси – Виктор Ставицкий. Об этой и других новостях поговорим ровно через 40 минут в студии. Слав, может, ты найдешь моему тюхе работу какую-нибудь, а? Ну что же он без дела сидит? Сейчас он пить начнет от безделья. А мне что, его опять в ЛТП сдавать? Слав! Ну ты меня слышишь, Слав? Просто ты сейчас не выступаешь, и мы вообще заниматься нечем. Но должна тебе честно сказать, он с нашей работой не очень хорошо справляется. Он же у меня не дурак. Аспирантуру закончил. Оля! А чего у тебя детей нет? Ну, я вообще не против. Правда, я уже постель застелила. Но я могу достать. Думаешь, твой тюха не знает, что я сейчас у тебя? Думаю, что не знает. А я не думаю, я знаю. Он для того на рыбалку и уехал, чтобы ты меня сюда позвала. Он тебя любит, Оль, а ты его нет. А я его тоже.
Ну что ты врешь-то, а? Тебе сколько лет? Ни семьи нормальной, ни детей. Как была прошмандовка в институте, так и осталась. Для чего живешь-то? А я, может, ради тебя живу. Я, может, тебя люблю, сама институт. Опять врешь. А ты не прошмандовка? А ты-то ради чего живешь? Вот видишь, Коля, он теперь зло, а ты добро. Слушай, слушай, как в жизни все меняется, а? Знаешь, что мне сказал Ларунчик? Ларунчик говорит это. А ты знаешь, Суренчик, ты, наверное, был прав. А я дурак был. Сама. Сама первый раз в жизни созналась в этом. Пусть Вера с Денисом пока никуда не высовывается. Я им так и сказал. Надо подождать, пока все утрясется. Да ты не волнуйся, Коля, у них все нормально. Я еды им привез. Пацану видик подключил. Юрка где? Где-то в общаге. Настя искала его. На вахте не пустили. Маме звонил, говорит, все нормально. А что, Настя даже не перезвонил? Да что-то у них не срослось. Настюха переживает, а это... Да все у них срастется. Мишей, все срастется, все наладится. Я вот один раз психанул. Неделю у друга жил. Угу. Потом, небось, у Ларунчика неделю прощения просил. Неделю. Месяц! Месяц просил, представляешь? Что вы почувствовали, когда узнали, что ваше похищение организовал Виктор Ставицкий? При чем здесь Виктор Ставицкий? Сделал Сергей Дмитриевич Потаев, мой бывший партнер. Ему предъявлено обвинение. Да, но Потаев говорит, что он лишь исполнитель. Что ему еще говорить? Исполнителю дадут меньше. Я не верю, что мой друг Виктор Ставицкий на такое способен. Зачем он это сказал, а? Это нам на руку. Полностью подтверждает нашу версию. Спасибо, я знаю, что он сделал. Я не понимаю, зачем. Издевается. Да что-то не похоже. Вить, ты-то чего молчишь? Я хочу знать, где мой сын. Самое время. Вить, может, мы сначала разберемся со всем вот этим? Какая разница? Разберемся мы. Не разберемся. Без работы я не останусь. Всегда будут те, кто мне верит. Сейчас хочу одного. Вернуть сына. Ответственно заявляю, что это была моя идея обвинить. Николая. Подожди. Николая Арбенина в смерти Пети Хрулева. Ставицкому я ничего не сказал. Он бы, конечно, не согласился. Там отдельной строкой пропиши, что Ярослав Гудовский тоже ничего не знал. Попросил его помочь по старой дружбе, не посвящая в подробности. Слушайте, меня точно не посадят? Но я же говорил условно. Условно. Ты никого не убил, никого не ограбил. Ну подумаешь, ты отсидишь годик. Ленька, зато через год ты уже на свободе. Что? Ребята, вы что? Год в тюрьме, вы что? Это самый крайний случай. Я уверен, до этого не дойдет. Ленька, даже если дойдет, зато ты спасешь общее дело. Все, давай, хватит уже бухать. А почему вообще я? Почему я? Он, между прочим, Гена еще есть. Потому что у Гены семья. Жена и сын. И Гена их любит. А ты одинокий нервный еврей. Любишь деньги. Мы тебе их дадим. Много. Фашист. Ты выпей, Ленчик. На чем мы закончили? Да, а это Арбенин молодец. Не сломался.
Казалось, уж все обложили. Молодец. Подожди, еще не вечер. Можно даже сказать, раннее утро. Будем продолжать? Ну, он сам этого хочет. А что ему еще делать? Человек совсем один в этом мире. А я не один. У меня сын есть. Ведь ты к чему, я что-то не понимаю. Да? Тебе и не надо ничего понимать. Гена, найди мне сына. Знаешь, все равно в то утро, когда я девочке ногу спас, помнишь? Вот знаешь, какая первая мысль у меня была? Все, я его сделал. Не то, что девочки ногу не будут ампутировать, а то, что я его сделал, я его, Ставицкого, понимаешь? Коль, ну это плохо. Нельзя так. Знаю, что плохо, знаю. Не то, что ты знал, что она может это умереть. И пошел к ней. Это же еще хуже, Коля. Я тоже знаю. Ладно, все. Давай, выпьем. Давай, дорогой. Чтобы этого больше не было. Понимаешь, я даже не знаю, когда это началось. Я просто сначала хотел мальчику помочь в коляске. Так радовался, как-то пальцами зашевелил. Понимаешь, это для меня самое главное было. Не то, что я это сделал, то, что он теперь сам может без посторонней помощи на коляске ехать. Да. А потом все вдруг раз как-то и отрезал. Теперь даже не могу отследить, как бы. Зачем следить? Не надо. Самое главное, что ты понял, что это неправильно. Вот. Слушай, может, Илья Игоревич действительно прав? В чем? Может быть, есть кто-то, от кого я этот дар получил? Конечно. Теперь он у меня его забрал. Меня так наказал. Он простит. Коля, обязательно простит. Он же видит, какой ты лавмарт. Какой ты хороший человек. Коля, Юра уезжает. Куда? Не знаю. В Бердск. Такой городок в Сибири. Есть там народный театр с перспективой стать профессиональным. Однокурсник зовет. Говорит, у них там настоящее творчество. Хочу сыграть Гамлета в возрасте Гамлета, а не как у нас обычно. Вот, зашел попрощаться. А Настя? А что Настя? Разлюбил. Такое случается. А он ей даже ничего не сказал. Ты представляешь? Мам, ну а чьи это слова? О себе надо думать, сынок. А все эти вертихвостки. М? Все. Надо ехать. Вечером ходит. А мне еще надо заскочить в одно место. Юр, нам надо поговорить. Не надо ни о чем говорить. Пожалуйста. Нет. Можно внушить человеку, что он любит кого-то? Конечно. Хотите, чтобы я это сделал? А вернуть все обратно, чтобы был как раньше? Тоже не проблема. Здесь адрес девушки. Надо снять внушение. Обещайте, что снимете, и я скажу, где ваш сын. Прямо сейчас. Почему брата не попросите? Не хочу. Не боитесь, что обману? Вы такой же, как он, как мой брат. А он бы не стал обманывать.
это вопрос, конечно, спорный. Но я вас не обману, обещаю. Где мой сын? Здесь написано, как их найти. Едешь? Я уже извинился. А мы? Все, Настя, прощай. На днях к тебе заедет Ставицкий, и ничему не удивляйся. Он уже заезжал, Юр. Когда? Только что. И что он сказал? Я не помню. Мужчина, проходим. Никто вас ждать не будет. Пройдите вагон. Юр, не уезжай, пожалуйста. Я тебя люблю. Как ты сейчас сказала? Это он заставил меня полюбить тебя. Помнишь, я еще рассмеялась. Теперь я смотрю на него, это абсолютно чужой человек. И я хочу тебя спросить. Но это ты здесь. Я это сделал, ты это хочешь спросить? Это сделал. Я просто снял внушение. А что, не нужно было этого делать? Внушение? Годы.
А теперь скажи мне только честно. Когда ты это делал, чего ты больше хотел? Чтобы я ушла от него или чтобы я осталась с тобой? Я не знаю. Правду тебе говорю, не знаю. Коля, а что случилось? Беру сына, уйду. Я не хотел, чтобы разбился твой парень. И не просил тебя похищать. Я знаю. В этих водорослях, кронах, где диковинные рыбы говорят вам кар-кар-кар. Вот бы стать, к примеру, скатом электрическим настолько, чтобы плавать и собою освещать Тверской бульвар. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Тверь-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль.
Небо пасмурно, небо ясно. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Говорят вам кар-кар-кар. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Освещать Тверской бульвар. Столько слез и столько перца. Это дьявольское пойло. Надо выпить все до дна. Голова болит от боли, от тоски тоскует сердце. Бесконечное похмелье и с вином, и без вина. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Твер, буль, 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 буль. Небо пасмурно, небо ясно. Твер, буль, 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 буль. Алина, жизнь прекрасна, жизнь прекрасна, жизнь прекрасна, и с вином, и без вина. Ой, что с тобой, девочка? Ой, у нее пульса нет. Только что бег. Кто-нибудь, вызовите скорую. Ну что вы стоите? Ну что, вы скорую вызовите? Вызвали скорую? Дайте дорогу. Вы врач? Я попробую.